Юрий Павлович, команда проиграла, тем не менее, исходя из игровых эпизодов, мне кажется, у болельщиков больше положительных эмоций от матча. Лично вам что этот матч подарил? Ну, во-первых, я не люблю проигрывать, но проиграли. Хорошо, что сегодня. Но этот матч нам нужно было посмотреть обязательно Денисову. И поэтому мы не меняли, дали 90 минут, посмотрели. Не играл перед этим Касаев тоже 90 минут. И мы специально не делали никаких особенных замен. Вот Портняхин нам нужен. Нам нужна информация для того, чтобы 11 числа вышли лучшие игроки на сегодняшний момент, физическое состояние которых было. Ну, а матч, ему можно придавать значение как тренировочный и полезный для того, чтобы поговорить с игроками. Ну, он дал хорошую нам информацию. Игнатьев сегодня сыграл на правом защитнике и сыграл достаточно неплохо. Поэтому, исходя из этой информации, значит, будем дальше исходить. Самое важное в этой игре, что мы получили хорошую информацию. Вот все. Игнатьев на правом фланге обороны, это история вынужденная или вы что-то... Не вынужденная, я хотел посмотреть с правой стороны. Ну, вдруг такое произойдет, что нам нужно, может быть, атаку усилить. Но я думаю, что он может играть на этой позиции. Вы хотели посмотреть функционал ребят, в частности, Игоря Денисова. Выдержали он 90 минут, как считаете, выдержал? Игорь Денисов неплохо выглядел. Много пропустил дней Динга, и он выглядел не лучшим образом. Поэтому есть много вопросов перед матчем с Спартаком. Значит, будем думать, кто на этой позиции будет. У тренеров в преддверии игр любят спрашивать в процентном соотношении, насколько определен состав на игру. У вас лично сколько сформирован? Сегодня на 50. Спасибо. Спасибо.